Всем привет, Blender 2.83, и давайте рассмотрим новый аддон. Он подходит и к 81, и к 82. Но я просто установил 83, наверное, буду теперь в ней работать. Посмотрю уже в будущем. Так, что нам нужно? Установить аддон, который позволяет сделать 3D-модель именно с карты Google. Там можно сделать ландшафт, города и так далее. Давайте рассмотрим. Называется он GIS. Заходим в Edit, находим преференции. Так, теперь находим именно аддоны. И находим аддон. Называется он вот этот 3D View Blender GIS. Его нужно сначала скачать, нажать Install, найти, где он у вас находится на десктоп, допустим. Находите Blender GIS Master, zip папку устанавливаете, все оно установлено, ставите напротив GIS вот этот вот значок, и все, здесь стоит автосохранение, или так сохраните, если у вас автосохранение выключено, то Save преференции можно сохранить. Итак, теперь нажимаем GIS, находим Web Global Base Map, находим Google Satellite, окей. Сейчас вот появляется Google карта, и находим на ней какие-нибудь, я не знаю, скалы. Ну вот они, более-менее нормальные скалы. Левая кнопка мыши все это дело подтягивает. Выбираем, чтобы что-нибудь вот так вот путнее было. Нажимаем английскую E, делается снимок. Смотрим, что так пойдет. Смотрим GIS, жмем Jet Set RTM. И вот сейчас происходит именно вытягивание вот этого ландшафта. Некоторое время, конечно, приходится ждать, но не беда, зато результат будет, посмотрим какой. И вот произошел подъем именно ландшафта. Вы видите, что пока не сильно много, но это все дело поправимо. Можно еще раз GIS нажать и повторить несколько раз вот этот Jet CRTM. Вот опять крутится, вертится. Ждем опять, и потом будем уже смотреть дальше результат. Вот увидите, что как поднимается ландшафт, вот изгиб вот этого вот всего полотна. И вот таким образом вы можете повторять и вытянуть горы еще прям высоко. Но это занимает какое-то время. Вот так все это дело работает. Здесь потом можно уже сделать именно анимацию, какие-то события. Вот в горах можно тут летучие корабли какие-то пустить, или тут индейцев вот по ложбине, по каньону пустить. Словом, тут тоже могут развиваться события вашей истории, вашего мультфильма или какого-нибудь ролика. Все, всем пока, до свидания, пробуйте вот этот аддон. Название аддона оставлю именно под этим роликом, чтобы вы его скачали. Ссылку могу переслать в контактах. Все, всем пока.